Hello，各位大家好，我是云飞。大家是不是一直都在以为热尼亚的脾气非常好，从来不会生气？今天给大家看看热尼亚生气是什么样子的。大家看啊，这脸生气了。我想出去溜达，我不想在家待着。外面多少度啊？你看看外面多少度，零下20多度，冷不冷啊？出去溜达，冷，20多度，出去就冻透了，零下20多度啊！能不能老实在家待2天？Видите, теперь он обиделся. Мы договорились пойти не на улицу, хотя бы в торговый центр. Смотрите, какое лицо теперь. Нельзя с нормальным лицом ходить, надо обязательно обижаться. Мы уже сколько дома сидим? Сколько? 2 дня. Не два, уже Два. 2 месяца. Два. Никуда не На ходим. улице очень холодно. И что, надо дома постоянно сидеть? Лежать на кровати какого? О,走走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 
别录了，能不能不录了？我鬼，обиженный человек。Я не понимаю, на улицу пойти погулять так трудно со мной. Очень чило. Later. Oh, 干啥？刚才在外面手都冻僵了，太冷了。哇，好暖和。在月光在照耀，你才想起他的好。初夏之秋难消，你是否能知道？